могут обрести уверенность уже в клубах. Это крайне важно. Михаил Гуляев. Веркам и Гуляев. Накануне с молодежной сборной России. Так что несколько дней подряд этот парень вполне может и на лакросс пойти. Но здесь не совсем та ситуация. Пошли матчи в рамках этого турнира. Были и матчи с Беларусью. Открыть фланг. Захаров отвоевал шайбу. Шумилов с неудобной. Перехват от Гуляева. И сейчас 2-1. Мячи могут убежать. Ковязин возвращается в защиту. Гуляев бросает. Гуляев. Скорость. Михаил какую набрал. И 2-1 получается выход. Гуляев. Получает обратную передачу от партнера. Но Бочаров. Очень цепкий Бочаров. Так просто от него не избавиться. Долгов. Гуляев. Уходит Михаил Гуляев от Шушляева. Сам бросает и ложится под эту... Якупов перехватил шайбу и 3-2. Реактор сейчас идет вперед. Иванов возврат на Устимкина. Выругался тот. Передача получилась неточной. Теперь же 3-2. Мячи идут. Денис Малов. Передача. Бросок. И пластался Травин под этой... Данная системность. Насколько хорошо каждый с каждым сыграно. А это вот Михаил Гуляев здорово прорвался в зону. Получается к Арсению Ахметову, который останавливает шайбу, чтобы партнеры могли как можно скорее перейти из обороны в атаку. Ну и вот внушительный такой вираж в исполнении Гуляева. Бросок. До сих пор может выступать по молодежной хоккейной лиге. В частности, Михаил Гуляев, который сейчас с шайбой прилетел. Евгений Орлов аккуратно на Гуляева. Прокинул шайбу дальше. Михаил зацепился за нее. Бросил. Сахацкий отбил. Михаил Гуляев. Резко по тормозам дал. Хорошая передача. Если бы не в коньки пришла. Гуляев. Прокинул шайбу Михаил через одного. Проходит второго. Третий готов встретить. Гуляев собрал на себя всех практически. Для Трикозова освободил пространство. Бросок Гуляев. 6-6. Рикошетом от борта. 2-1. Атака у Ястребов. Гуляев и Фисенко. Фисенко бросок головой. Теперь уже в радио. Like and subscribe.